А прямо сейчас обратимся к нашему садовому календарю и узнаем, что садоводам-огородникам нужно всенепременно сделать в этот день. Луна по-прежнему убывает и находится в знаке Стрельца. Специалисты рекомендуют в этот день воздержаться от пикировки, обрезки и черенкования. Посев, посадка и пересадка напротив только приветствуются. Сегодня садим на рассаду острый и сладкий перец, баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву. Все, вот это я очень люблю, конечно. Также отличный день для посадки томатов. Еще в этот день можно посвятить рыхлению, прореживанию всходов, прополке и борьбе с вредителями и болезнями. А цветоводам можно сажать ампельные и вьющиеся цветы, а также укоренять черенки. Кстати, говорят, что это идеальный день для закваски капусты. Она получится хрустящей, очень вкусной, и она же безумно полезная. Ой, и очень вкусная.